Ой, ну что, ребята, мои 31 подкрались совсем незаметно. Весь день рождения, я такая небритая морда, потому что только проснулся, время 9 час. Нет, проснулся-то я полвосьмого, время 9 час, еще не завтракал, ничего не делал. Все подготовил. Это... рулетики с рыбой. Ну, это на самом деле мама попросила вчера еще приготовить. Бутерброды с паштетом. На поджаренном хлебушке чай. Сейчас покажу торт. Так, торт вот такой вот шоколадный. Я так понимаю, типа 3 шоколада. Это вкус вилл. Крем сливочный состав. Шоколадный микс, наверное, да, типа 3 шоколадов. Вот, поэтому сейчас будем с маминой начинать праздновать. В общем, решил пока что так, что день рождения справляю дома. С маман. Потому что наш общий праздник, скажем так, это первое. Во-вторых, она сегодня дома. Здесь, поэтому... Ну что, я думаю, если я уеду, она что, будет одна? Уехать я еще успею, там, завтра. Или когда... Вот, сейчас завтракаем, потом занимаемся своими делами, отдыхаем. У нас такие дела. И потом поедем в ресторан. Вот. Ничего я не готовил, ничего не охота готовить. Вот это вот, заниматься этой мешаниной, поэтому поедем с мамой в ресторан. И там уже отметим день рождения. С вас лайчочки. Комментарии и подписочки. Буду очень благодарен. Ребята, вы не поверите. Приехали в Рестик с мамой, так сказать, день рождения отмечать, и колокола забили. Время без 10:05 вечера. Да я ходил сначала с Ольгой, гулял туда-сюда. Офигеть, это знак какой-то. В общем, заказал там поляну, мне сейчас надо в магазин быстренько отскочить. Вкусняшек мы заказывали, вообще пока готовят. О, площадь наша красивая. Там я, кстати, посылки получаю с Дековски. Вот наши сегодняшние напиточки. Шампусик, салат только пока мне почему принесли. Ну, маме тоже принесут. Это, короче, шевелье. Ленка такой, кстати, тоже вроде ел с Денисом, им нравится. Маме еще несут. Маме принесли. Тут, короче, соусы гуакамоле, креветки, картофель, а потом авокадо, кальмары, томаты черри. Ну, в общем, вкусненький такой тоже пробовал. Вы тут уже, кстати, были. В Кремлёвке мы были здесь с Ксюшей, с Настей перед Новым годом. У нас корпоратив одноклассник. Попробуй говядину. Это что такое? Говядина? Это говядина, да. Салатом это вот такой соус. Это вяленые помидоры. Вяленые помидоры не разные. Да. Попробуй. Кто-то говорил. Вот видите, ничего готовить не надо. Пришел, заказал, наелся, ничего не мыть. Да и собираться как бы не с кем. Поэтому многим от тебя поздравляют, кстати. С рождением прекрасным сыном. Можешь поблагодарить. Как поблагодарить? Там их плоско. Просто говоря, они тебя слышат. Ну, благодарю вас за поздравление. Да. Он немножко стесняется. Они, конечно, многие хотят, чтобы я тебе показал. Но... Я говорю, это частная жизнь. Всех секретов сразу нам не раскрывают.
Ну что, как тебе этот салат? Вкусно. А ты это попробовал, мой? Да. Тут в соусе. Сними вилку. Начали с салатов. Ну что? Шашлычки с гарниром. Мама еще захотела пасту с морепродуктами. Там с семгой, с красной икрой. Покажу. Мы же будем жрать и наслаждаться. Здесь очень красиво. Ну такой атмосферник. Бар красивый. Кофе, кстати, здесь очень вкусно, потом, если захочешь, делают цветы. Маман принесли пасту. Да, вкуснятина. Господи. С рыбой. Она просто очень рыбу любит. Кальмары, креветки. Сразу вот такую красоту шашлычки. Мама тоже. Пьем шампанское, кава. Ну, я шампанское, мама коньяк. Она не любит вина, она любит коньяк. Прям все в меня. Говорит, я уже от салата наел. Очень старый дом у нас здесь стоит. Это на выезде из города. Дальше только кладбище и заправка. Дальше будут деревни. Из города выезжаем. Ой, продолжение, ребят, влога. День рождения прошел на ура. Еду продолжать кутить Москву. Следите за продолжением. Ставьте лайчочки. Подмосковье в лесах, еще снег. На шашлычки не сходишь, как говорится. Все в снегу, все деревья. Конечно, уже подтаивает, но такое себе. Я думаю, еще пару недель и все сойдет. Москва-река. Офигеть, полностью растаянная. На ней вообще-то был лед, интересно. Подъезжаем. С Октябрьский будет, наверное, поселок сначала. В общем, я в Москве. Пипец. Жарище, неимоверно, в автобусе. Сел сзади, короче. Там не выключается эта печка, она работает от этого. От генератора, как он называется, от двигателя. Кошмар. Написал Яручу, он там с работой, освобождается пораньше или нет. Ветерок такой, знаете, у нас, ну, в Москве солнышко вышло. Ну, уезжали, у нас тоже уже начинало выходить, немножко разгуливаться. Дождей, надеюсь, не будет. Я немножко так легковато оделся. Надо было, может, куртку все-таки одеть зимнюю, а я делаю уже такую, знаете, весеннюю. Но у меня толстовка на флисе толстом. Я не думаю, что я замерзну. Ну и тем более, вроде мы гулять не собираемся особо. Ой, короче, ладно. Смотрим, что делать дальше, куда едем. Смотрите, у нас клубника продается по 350 рублей килограмм. А почем черешня? Челечник 300 лоток прям. 300 лоток. Здоровый такой. Откуда она? Из Греции, наверное, да? Нет. Челечник не Греция, челечник Австралия, клубника Греции. А, Австралия. Ага. Австралийская. Слушай, нормальные цены. И еще потом можно на обратном пути домой взять. Ну, в озерки, когда свои поеду. Короче, надо сделать теперь переход в нее. Я не знаю, до Менделеевской. В какую сторону, точнее. Надо посмотреть на карте. Да, сюда. Фу, не надо никуда переходить.
Чух-чух-чух-чух, как в детстве. Вроде как... Блядь, как шумно, меня не слышно. Вроде как Ярик освободится с работы. Посмотрим. Успевается. Мне ехать несколько станций. Минут 15 максимум. На Китай-городе. Мне, кстати, нравится тут гулять. Наконец-то. Ярик где-то здесь. Он здесь и живет недалеко. Это какая станция-то, господи? Ботанический сад. Вон, кстати, это эльфивая спутниковая башня. Так, насколько я понял, мне вон туда. Все гораздо проще оказалось, чем я думал. Все гораздо проще. Парк какой-то здесь. Пошататься, погулять можно. Девка стоит, женщина, прям на Забинкову похож. И костюм такой, который мы покупали в Турции. И волосы, стрижка такая же. Блять, не она. Но у нее такую куртку я чуть не видел. Архитектуру посмотрите. Ну и, конечно, не в озерках моих, но все-таки таскает откуда-то что-то. Ну прям вот он выход. Я не такой тупой. Почему мне пишут в комментариях, что я очень тупой? Я очень не тупой. Мне кажется, так, по крайней мере. Где-то там на стоянке, наверное, Ярик стоит машина. Там вон. Но он мне стрелочка вот здесь в скверике показал. Что типа меня, точнее, мне надо тут стоять. Еще поедем в магазин, наверное. А может куда-нибудь, кстати, еще поедем. Он сказал, встретимся, решим. Нам надо решать, у меня еще часов 8, максимум в 9, надо выйти в эфир. Сегодня пятница, блядь. Мы можем порешать еще, конечно, пару часиков, но не больше того. Я, конечно, без сумки не могу. Взял с собой саквояж. Если честно, я с ним могу даже улететь куда-нибудь. У меня здесь еще штаны, кофта, рубашки, нижнее белье, носки. Вот, ну и зубная щетка и бритва. Вот, электрическая. Собственно говоря, в принципе, я могу с этим улететь. Спокойно, даже на недельку куда-нибудь. Вот, ну только где тепло. Ну, точнее, в Сочи не знаю. Просто вот в этих ботинках, они хоть и не очень прям теплые, ну, то есть не зимние. Я как бы долго это... Ну, то есть там может быть жарко, я боюсь у них. Это, кстати, один повод еще купить новые кроссовки темные. Мне как раз нужны. Белые есть, темных нет. Так что приперлись в магазин за пойлом и жратвой опять, но я имею право. Тут есть Мак, еще Литуаль еще есть. Май. На 4000 покупаю, а на 10 набираешь, 4 платишь. Сбербанк. Ой, какая лента. В Коломне, да, большая или больше? Такая же, наверное. Санлайт. Можешь себе кулечко с бриллиантом купить. Который я все никак не соберусь купить. Свежая рыба. Представляете, блядь, весь магазин надо пройти, чтобы в него зайти. Почему с двух сторон нельзя вход сделать? У нас слив без косточек есть. Урюк. Знаешь, такой урюк? Знаешь, что увидел? Черешню на котельниках. Вот такую из Австралии. Лоток 350 рублей. А клубника вот такая вот. И она 350 рублей килограмм. Представляешь? А клубника из Греции. А это... Смотрите, я позвонил водителю, сидел. Я не скажу, откуда у него номер, но я позвонил водителю, когда был в автобусе. Было очень жарко. Попросил его убавить.
Он такой испугался, кто ему звонит, представляете? У нас такое неспокойное время. Что тут деньги надо? Кругом деньги. Еще все болеют, все кашляют, чихают. Вот за это, знаете, я не люблю большие города. Чахуют. Банка вон, да. Студия маникюра. Нам прямо такая вот большая нужна? Мы же, блядь, не на неделю в загул уходим. А там у них катушечки такие. Ну ладно, пойдем. Что-то ему там надо, блядь, уже. О, по 1300 рублей. Китайский. Нам же такое не надо. Что тебе надо тоже? Нет, надо. Для утюга карандаш. Наверное, это оттирать. Пригорело что-нибудь. И гладить не умеет. Тут очень большой. Тут, конечно, больше, чем в Коломне, мне кажется. Ну, тут вот по технике, вон, смотрите, сколько всего. Кофемашинка. Профессиональная такая, видите, с этим. Ну, кстати, она не очень тяжелая, наверное, фуфельная. А? Не знаю, а что там, уж сжег что-то? О, такая колоночка. Ну, вот, конечно, карандаш нужен для утюга. Ну, что-то черный какой-то петлёк, как красиво отплатить, а не смог. Люкс Хотель Лайн. Короче, белье. Люксовые отельные линии. Шапку не проебать из кармана. Вообще нет, мне тут лично нужен только алкоголь, попить. Насчет еды еще что-нибудь посмотреть, наверное. Ой, какие тапочки, кроксики. 600 рублей всего. Такие легонькие. Я прям вот по зеркам. А, они там это. Нет, они мне эти. Ну, у них типа жарко будет летом. Прям летом походить бы. Они вонючие, наверное, будут. Гриль. Акции. Какой-то, блядь. Там журавли. Тут даже, блядь, велосипеды есть, вы понимаете? Подушки. Саборт. Интересно, почем. Сколько, блядь? 19 штукарей. Качественно. Ну, 19 штукарей, это перебор. Наверное. Я не знаю, сколько он должен стоить. Вот поменьше есть. Да нахуй он нужен за 14? За 23. Да никогда я не возьму. Каких только лампочек нету. Такие красивые. Наверное, горят красиво, ярко. Ну, кто там говорил, что у нас жратвы нет в магазинах? Мне кажется, у нас очень много всего. Завалено. Любые фрукты, допустим, мандарины, может, вкусные хотя бы. Неизвестно откуда, тара-тара-та. Турция. Из Турции мандарины. По 150 можно взять. Хочется, знаете, вкусных. Вот как раз как в Турции я ел. Пойдемте мясо посмотрим. Там вот как лошади. Ничего не видят. Шашлык, мастык. Ребра. Сосиски, колбаски. О, крылья. Что я уже наелся этих крыльев. Ничего не другое. Вы посмотрите, какая красота, а? Орошают чем-то влагой. Зелень, чтобы она не подохла. Мята есть. Ну что, похож на дефицит у нас продуктов, ребят? Там еще до морепродуктов не дошли. Мои любимые грибочки вот эти. Они очень ароматные. Шампиньончики. Знаете, что охота? Какой-нибудь фунчезе, наверное. Что-нибудь такое. Это, наверное, развес сейчас будет.
Ой, ну хоть виноград по нормальной цене, по 250. Можешь виноград взять. Да, мне кажется, нормально. Хорошо, охота. Самый ответственный момент, ребят. Водка. 100 лет не пил водку. Вино не хочу, шампанское не хочу. Хочу что-нибудь крепкое. Типа вискарика, что ли. Хочу что-нибудь такого. Что-то шампанское я вчера попил, мне совсем оно не это. Уже не идет. 2 бутылки зашли какую-то в сухую землю, но подряд я столько не смогу. Вино тоже что-то я не хочу. Я хочу что-нибудь вискарика, типа. Вино, смотри. Может, что хорошее. Я что, после вчерашнего шампанского вот прокреп, ну, что-нибудь такое. Типа виски, что ли. Сожрать. Еще что-нибудь. Или коньяк можно. Виски давно не пил, может быть. Сейчас посмотрим, либо виски, либо коньяк что-нибудь возьму. Чекушки. Нахер они нам нужны, да? Вот, сейчас что-нибудь здесь и выберу. Тут до хера всего. Видел вот такой Ной, кстати, не видел. Это типа медовый какой-то. А это цитрусовый оранж. Год 2015, Армения. Арарат. Ной. 33%. Ну, видимо, на коньячной, может, что-то основе делается. Мы уже в спаре. Тут так вкусно пахнет, жратвой, кстати. Турецкая клубника, я ее даже в Турции не ем сейчас. 900 рублей килограмм, ёбнулись уже. Совсем. Так, жратва и алкоголь. Ой, а еще губки мне хотелось. Для чистки бесцветная. Так, бесцветная с дозатором какая-то. Какая хорошая, не знаешь? Ну, как бы самую обычную. Типа такой, наверное, взять. Протереть. Надо проверить ее. Заблестели аж. Вот. Это экспресс обычно брал. Тут-то? А, алкоголь, ну да. Джеки, офигеть. О, хоть выбор какой-то, знаете, есть. Сейчас что-нибудь выберем. Бюгермастер. Этот жук. Не сказал, что тут роллы, блядь, есть. Вы представляете? Запеченная шапочка. Офигеть. Сказал, что набрал-то. И сколько вот это стоит? Где-то килограмм. Килограмм. Сейчас что-нибудь тоже возьму. Срочно открывать такой магазин у нас. Прям очень срочно. Роллов набрал, лапши какой-то, блядь, набрал. Смотрите, там даже вон пиццу свежую берут и выпекают с начинками разными. Почем, правда, я не знаю. Время ночь. Провел прямой эфир. Ночная Москва. Едем тусить. Куда ты в Москву? Не исключено, что на этом мой влог закончится. Если что, ставьте лайки, пожалуйста.